Скажу вам без лести, легко и с размахом. Идущие вместе, идите вы вместе. Вот так называется. Такое. Это. Умом Россию не понять. А. Зачем на родину пенять? С ней нужно молча примириться. Не надо Путина ругать. Он занимался джиу-джитсу и на Касьянова пенять. Бесчеловечно и жестоко, он уже шутки не понять. И зашибить вас ненароком Чубайса надо уважать. Пусть рыжий он и хитроглазый, но он ведь может так прижать. Не электричеством, так и газом. И пусть Шандыбин мне не враг, но рядом с ним я как на дыбе. Не потому что он мудрец, а потому что он Шандыбин. Россия странная страна, клубок противоречий дерзкий. Не раскусили ни хрена ее ни Кащенко, ни Сербский. Умом России не понять. Она прекрасна, как наядан, не надо Путина ругать. Ну и хвалить его не надо, умом Россию не понять. Не принять, как дар Всевышний, и что на Путина пенять? Чем мельче клуб. Нет, это, коль сами рожею не вышли, умом Россию не понять, Россия это вам не Польша. Не надо Путина ругать. Чем мельче клуб, тем вони больше.